В Якутск прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. В рамках 4-го съезда оленеводов России он посетил цех по производству БАТ-Таба и концерн Сахабулт. После на совещании по вопросам развития сельского хозяйства он принял участие в обсуждении проблем сельхозкредитования и другие вопросы отрасли. Еще раз, мудрости вашего руководителя и всей команды присутствующих, таких благоприятных условий, тем более путем фиксирования цен внутри субъекта закупочных, такой практики нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Вы исключение. И в хорошем смысле этого слова. Но это не должно расслаблять и аграриев.